Мне кажется, что вот эта вот сборная Беларуси теннисная, она постепенно начинает отвоевывать лавры самой любимой женской команды у баскетболистов. Угу. Потому что раньше у нас, ну, баскетболисток мы боготворили, это была суперкоманда. И вот теперь вот уходит Анатолий Буяльский, некоторые девчонки заканчивают карьеру, кто-то там приедет, не приедет, непонятно. И они постепенно вот этот вот драйв сначала всех этих больших крупных турниров с участием женской сборной немного сходит. А вот теннис, посмотри, тоже молодые девушки, все такие симпатичные, прекрасно общительные, характер вроде всех хороший, они там бьются тоже до конца, тоже все на валидоле, mm-hmm. тоже куча эмоций, тоже они творят сенсации. Вот, вот эта женская команда, действительно, она влюбляет в себя, она заставляет болельщиков переживать за них, и у них, по сути, нет ничего отрицательного имиджа вообще. То есть имидж команды пока что просто идеальный. Я надеюсь, что так будет и дальше, но по результату, ну, это уже супер успех.